Всем привет, с вами Мэл. Сегодня мы будем ездить на ЛАЗ-695Н. Не помню, как режим называется. Название будет в описании. Так, куда мне ехать? Да. Ну, все так все. Прикольно, моделька сделана. Конечно, не лучшее, что я видел, но тоже прикольно. И куда мне? Ага. Значит, мне направо. Проезжаем переезд. Такой себе переезд, конечно. Жаль, что колеса не крутится. Вот это во многих режимах обидно. Остальные. Сейчас сюда остановимся. Отъезжаем. Разворачиваемся, поехали. Хорошо. Ой. Я выключил звук игры, потому что я задолбался настраивать. Ага. Ну что ж ты так медленно едешь? Ну ладно, я тебя буду обгонять. Ну что ты плетешься и не можешь меня пропустить? Ну идиот на пазике. Без негативчика, без негативчика, без негативчика, без негативчика, без негатива, бро. Ой, блин, что вы делаете? Как вы столкнулись? Останавливаемся. Я дам место для чела на троллейбусе. Поехали. Я думала, он нормально остановится. Ну ладно. Куда мне? Мне прямо. Хорошо. Наконец-то я этот поворотник дебильный отключил. Куда мне? Ага, мне туда. Прощайте, парни, не только парни. По тротуару еду, нормально. Я не знаю, слышно ли соседей, но они задолбали. Реально очень сильно задолбали. Ой. Чуть-чуть не получилось. Открываем двери. Как от первого лица? Ой, блин, не, от первого лица я здесь не поеду. Сложно от первого лица здесь. Так. Человек какой-то зашел, видимо, к нам. Ну, на сервер. А если я хочу туда? Я туда хочу. Не, я хочу сюда. Почему я должен слушаться какого-то там чела? Останавливаемся. С
Все, закрываем дверь и уезжаем. Маленькие дороги, конечно, если бы здесь автомобили ездили, то был бы капец. Ну ладно. О, нужно включать эти лайты, фонари. Ага, мне нужно третий поставить. Ага. Поехали. Я седьмой. Не, я с челом поеду, мне скучно одному. Если есть чел, чё бы с ним не поехать. Правильно, правильно. Я поехал. Прощай, бро. А куда? Видимо, сюда. Ой, бро. Бро, ты чуть слетел. Ладно, пока, бро. Ты был хорошим, бро. Он чуть-чуть слетел. А что у него троллейбус провалился? Кто мне скажет? Ой. Чуть-чуть с дороги съехал. Проезд стоит 15 гривен. Нормально так. Нормально. 15. Пятнарик с тебя просит просто за проезд. У меня в городе было 7 гривен. Сейчас бесплатно. Странно. Мне вот интересно, что это за город такой, что проезд 15 гривен. Если честно, на позапрошлое видео там была игра одна, ну, видео про Богдан, а 0.92, если не ошибаюсь. Там был тоже Лаша с 1.95, он был очень круто сделан, но я его не смог даже завинуть, типа я не смог на нем поехать почему-то, хотя я как-то его заводил, как-то ехал на нем. А я забыл, как я это делал. И я, короче, задолбался. Я там просидел 30 минут. Я в итоге не смог его завести. И решил, ладно. Уже в этом режиме буду снимать. Ну, здесь тоже, в принципе, неплохо сделано. Я видел намного хуже. Поехали. Ну, я хочу от первого лица, конечно, но от первого лица вообще почти ничего не видно. Оп. Так. Что это? А, это дом такой. Блин, я вниз смотрю, а не прямо. Неудобно. Открываем двери. Поехали. Так, ну мне... Ну да, мне налево. У
Мне вот интересно, почему мой скин во многих режимах квадратный, а не как нормальный. Наверное, потому что игра не поддерживает R15, а у меня скин вроде в разрешении R15. А, ну прямо здесь нету смысла. Не, можно, конечно, но смысл. Смысла нету. Так, третий. Ага, мне налево. Ну ладно. Хорошо, налево так налево. Соседи заткнули свою сверуху, слава богу. Потому что это бесит. Поехали. Так, вот жаль, что карта вот прям типа просто зеленые луга поля. Это, грубо говоря, весь режим, если грубо говоря. Вот хотелось бы, чтобы разраб добавил прям дома всякие там, ну или хотя бы больше деревьев, потому что ну это не лес, это вообще непонятно что. Если наткнул деревья, то делай либо какие-то дома, где типа деревья посажены, либо лес делай. Но потому что вот это вот, натяп-ляп. Это типа, чтоб не было просто зеленые луга и поля без ничего. А вот это, кстати, скорее всего трамвай будет когда-то. Только когда? Мы этого никогда не узнаем. О, троллейбусное депо, кстати. Мне куда? А я поеду налево. Что мне будет? А что будет мне, если я поеду налево? Бро. Я, конечно, все понимаю. Да. Но этого я не понимаю. Оставлю место для пазика. Даже чуть-чуть ехать можно. Вот. Вот так вот. Брону тебе место оставил, ну блин. А, он даже не останавливается, понятно. Да ты добил. Ну, я, конечно, попытаюсь его обогнать, но он мне не даст. Это настолько гнилой человек. Я промолчу про этого человека. За меня все скажет мем. А точнее уже сказал все. Я не буду ничего говорить. Это будет лишнее. Ой. Ладно, допустим, что я оставил место для троллейбуса. Допустим. Допустим. Хотя, он так выезжает.
Пока он найдет до этой остановки, я уже буду на конце, на другом конце карты. Евро. Что за евро? Евро. Евро 1004 или что? Ой, кажись, да. Автовокзал. По встречке еду, фиг с ним. Мы гангстеры, мы должны по встречке ездить. В депо как раз едем уже, ой. Мне уже страшно прямо возле поворота стоять, потому что они меня задавят. Хотя я больше их, но мне страшно. Кстати, если можете, мы уже в депо поворачиваем. Если вы можете, если вы знаете, можете написать в комментах, как типа убрать звуки клавы в OBS, ну, еще коня мыши в OBS Studio. Потому что я там пересмотрел дофигища видео. Там что-то типа скачать, там вот это вот все нифига не помогает. Мы на этом закончим. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и всем пока.